Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Итак, мне напомнили, что я забыл снять маски с консоли крыла. Давайте сейчас это сделаем. Так, здесь я все убрал последнее. Вот, и теперь давайте нанесем осветление на наш камуфляж. Каждым из цветов камуфляжа. Ну и начнем. В том же порядке. Вначале зеленый. 340-й. Будем разбавлять их белым. И побольше растворителя, чтобы получился прозрачный слой. Пару капель буквально белого. И еще каплю растворителя пожиже. Так, ну
И попробуем. Что-то не пойму, отличается цвет, не отличается. Нет, давайте-ка еще белого добавим. Что-то я думал, что осветлилось. А что-то похоже, что нет. Вот так вот, более-менее. Thank you.
Вот таким вот образом. То есть я вначале сделал линии по границам камуфляжа, осветление, как это обычно выглядит на фотографиях, и плюс высветлил по панельно, середины панелей. Вот, теперь давайте то же самое сделаем с серым цветом. Так, теперь берем серый растворитель. И белый. Еще пожиже. Ну и давайте попробуем. Thank you.
Ладно, с носом попозже. Сверху будет антибликовое покрытие. Так. Как мне его взять-то? Итак, растворитель, как всегда. Третий цвет камуфляжа. И белый.
Ух ты. Брызгается. Так, ну и давайте. Последний цвет тоже нанесем. Ладно, давайте вначале здесь.
Так, ну что, вот как-то так. Вот как-то так. Так. Теперь нам надо сделать маски и нарисовать, задуть антибликовую полосу перед фонарем. И еще я забыл сделать радиопрозрачный колпак на хвостовое оперение, который тоже у нас должен быть вот такого зеленого цвета. Вот, его тоже надо подкрасить. Батюшки. Так, и... И можно продолжать... А, ну, подклеим все, что отвалилось, все детальки. Я думаю, что можно, кстати... Можно, кстати, открыть ниши. Нам уже их сейчас защищать нету смысла. Вот такие вот удобные маски можно сделать из родных створок. Совершенно точно совпадающих по размеру. Что, кстати, далеко не факт. У многих моделей створки начинаешь примерять, и они больше или меньше. Такое тоже, кстати, часто бывает. Так. Подклеить гребень нам надо. Здесь вот антенки. Даже прям не знаю, клеить их уже третий раз или потом уже в конце приклеить. Вот. Остальной везеринг будет происходить после покрытия лаком. Я хочу сделать подтеки дождевые масляной краской. Ну и, может быть, масляные точки. Методом масляных точек немножко еще увеличим количество оттенков, скажем так, сделаем поверхность богаче по оттенкам. Вот. Ну, для этого нам надо сейчас еще задуть черным цветом перед фонарем. Наверное, сейчас успеем сделать это. Так, заново замаскируем. В том числе и носовой обтекатель.
и двумя полосками скотча обозначим линию. Так, сейчас посмотрим, как ровно будет. Как-то так, что ли? Нет, чуть-чуть здесь вот выше. Что-то не пойму. Как-то вот так, что ли? Вот, и обычным черным давайте аккуратненько, чтобы не испачкать остальной самолет. Как-то вот примерно так. Еще сейчас на следующем занятии чуть-чуть с добавлением серого осветлим тоже выгорание, имитируем, чтобы он у нас таким свеженьким не был, не казался. Здесь вот фонарь будет покрашен в зеленый цвет и будет резкая граница. Сейчас она у нас просто плавно из-за этого. Вот, ну, собственно, пусть все сохнет.
На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.